Пилотируемый корабль «Союз МС-11» успешно пристыковался к Международной космической станции. Спустя два часа экипаж 58-й долговременной экспедиции перешел на борт МКС. В его составе космонавт Роскосмоса Олег Каноненко, канадский астронавт Давид Сенджак и американка Энн Маклейн. Их встретили немецкий астронавт Александр Герст, россиянин Сергей Прокопьев и астронавт НАСА Серина Аунион Ченцеллер. Ракета-носитель «Союз ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-11» стартовала с космодрома Байконур 3 декабря в 14 часов 30 минут по московскому времени. Это первый полет после аварии ракеты «Союз ФГ» 11 октября. Тогда на борту корабля находились российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт НАСА Николас Хейк. Авария произошла на второй минуте полета из-за того, что один из блоков ракетоносителя не смог отделиться штатно. Экипаж благополучно эвакуировался на Землю. Космонавты экспедиции МКС-58 проведут на орбитальной станции научные исследования и эксперименты. Кроме того, им предстоит установить на МКС новое оборудование, а также провести работы в открытом космосе. Для Олега Кононенко этот полет четвертый. Давид Сенджак и Энн Маклейн полетели в космос впервые. Экипаж экспедиции МКС-57 должен вернуться на Землю 20 декабря. Вновь прибывший экипаж пробудет на станции 194 дня.